Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым заложили первый камень будущей областной детской клинической больницы. Через 3 года здесь построят 2 шестиэтажных корпуса, которые соединят 3 галереями. Общий объем инвестиций составит 5,8 миллиарда рублей. Больница рассчитана на 420 коек и 17 отделений. Ежегодно ее смогут посещать около 13,5 тысяч пациентов. Вообще новое слово в региональной медицине. Там несколько направлений совершенно новых, в том числе и направление, которое касается нейрохирургии, то, что касается онкологии детской. Мы понимаем, что медицинская помощь будет доступна для нашего региона, для жителей и для жителей соседних регионов, если это потребуется. При проектировании клиники проводились консультации с ведущими столичными специалистами из Морозовской и Филатовской больниц. Комплекс планируют оснастить российским оборудованием. Это действительно очень сложный объект, потому что необходимо создать самую современную клинику со самым современным оборудованием, с использованием последних технологий. Местные власти уверены, новая больница завершит создание единого медицинского кластера, где будут сосредоточены ведущие учреждения здравоохранения региона.